Так. Так, решил особо не париться, не знаю. Сначала пытался какую-то лошок удержать между коленок, фотик, но это как-то слишком было опасно. Поэтому решил просто положить на стол и снимать вертикально. Не знаю, в интернете тоже ничего не нашел, как анбоксинг снимают, штативы или что у них там. Ну, плевать, это мое первое видео, скорее всего, единственное, поэтому, ну, такого рода. Итак, вот он наш, в этом трилоге возвращаемся и... Не знаю, надо рвать эту всю туфту, самая любимая часть у многих, да? Ням-ням, покупочки. Прекрасно. Так, ладно. Главное, чтобы убитиха подал, черт побери. Так, ну да, это все туфта. А, ух ты, смотрите, она вся на английском. Черт побери, смотрите. Это же просто фокус-покус. И здесь на русском. Ну это лишь бумажечка. Долбанная бумажечка поверх коробочки на английском. Так, ну это просто, это замечательно. Все, теперь я сейчас, вот тогда это точно подарочное оригинальное издание. Никто не обманет, никто не наебет. Иди! Слушайте, ну это уже гораздо, это уже намного лучше. Ладно, описание эти я читать не буду, думаю, все так все знают. Да даже не знаю, какая разница, это не интересно. Вот. Итак, что же. Передок. Смотрим, здесь все переливается, как видите, шершавая такая поверхность. Шероховатая, не знаю, как это называется, но наверняка есть термин какой-то. Пудов. И так. Так, какой из них какой? Пытаюсь найти. Так. Ну вот, собственно, Batman Begins. Batman начало. Да, это. Я обращаю внимание на фишечку этой обложечки, переливающейся. Просто я обалдел. Меня вообще таки не радуют вещи, но в этом случае, в данном, меня очень радуют. Очень классно сделали. Так, теперь пытаюсь нащупать следующую часть. Нет, это уже, по-моему, последняя. Нет? Вот она, следующая. Вот она, господи, как ее поймать. Так, в общем, господи, или она никогда не будет такой, какой надо. В общем, левая часть. Ладно, вот, примерно так. Так, это Темный рыцарь. Самая офигенная, на мой взгляд, часть с Джокером. И, ну, не и за Джокером, возможно, целиком, но не знаю, сложно сказать, но, скорее всего, из-за него все-таки. Так, и, наконец, последняя часть. Как там называется, я не помню по-русски. Восхождение, возрождение. В общем, это так, Night Riders. Итак. Ну что ж. Чертовски приятно, что это все на английском. То есть наши не прикасались к ней, походу, толком. Только, да, сверху вот это все. Ну, здесь лакированная на матовом, стандартная фишечка. Все норм. Так. Все. Итак, теперь я пытаюсь найти, как это все открывается. А, ну понятно, в общем, вот. Вот так вот. Ничего тут открывать не надо. Ну вот, пустая коробочка, больше ничего нет. Все, коробочку откладываем. Итак, вот он, артбук. Ну да, артбук, обложка такая, 1С обвинить не в чем. То, что он такой тоненький, они выложили картинку с оригинального артбука, с толстого. Ну, козлы, чё, извините, ребят. Я ваш магазин ценю, но идите вы. Ну да, 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 ладно. Черт с ним, надеюсь, здесь пол артбука будет посвящено одному лишь Джокеру, потому что мне нравится больше всех остальных. Ну ладно, ладно. Господи. Жалко, что только вырезки. Тут текст есть вообще, так давайте заценим, текст есть или нет. Да, текста практически нет. Здесь картиночки в основном. Картиночки, ну на ютубе есть там 15-минутное видео, по-моему, без слов, без комментариев, где просто вот это все, ну только нормально в артбуку, да, трехстраничную все объясняется. Здесь текста вообще практически нет, коротенькие комментарии в артбуке, ну вообще не положено, конечно, там больше картинок, чем текста, это понятно. А в трехстраничном артбуке там есть, там нормальные такие, прям, там страницы, там формат сам больше, да, по-моему, и... Разумеется, все больше получается, да, то есть, ну, в общем, переплатил, я считаю, за это. Ну, ладно, неважно. В любом случае, не, вряд ли я буду артбук уже оригинально покупать. Я хотел отдельно уже купить. Слить, так называется, все свои оставшиеся деньги. Студентов денег мало, но я сколько наработал за лето. И теперь я буду все сливать. Так, ладно. Ну, и вот внутри, собственно, сама коробка, наконец. С DVD уже без всяких понтов. Простая. Ну, прикольно. Так, ну и сзади что это описание, без всего, просто, я так понимаю, авторские права вот эти всякие, да, там как это называется. Да, боксинг дерьмо получается, диски выпадают, черт возьми, ребята.
так, ребят, я не понимаю, как этот диски держится, они все просто скатываются. Да, отлично, так, я немного сейчас поправлю, не знаю, то ли тут что-то не так, а, нет, все так. Ну вот, один я уже поправил, сейчас туда, господи, да, анбоксинг. Ну, теперь убедитесь, что это аутентичность, в аутентичности этого анбоксинга, потому что все упадает, я не мог этого, господи. То ли здесь сейчас у меня все треснет, если я пытаюсь это все вставить силой, либо я не знаю, что. Так, ладно, я сейчас возвращаюсь на пол, ребят. Так, опасно. Так, ну, в общем, вот. Раз. Вот мы еще, да, темный рыцарь РДБ. И возрождение. Да, возрождение легенды, вот как называется на русском. Возрождение легенды. Так, фильм доп. Материала. Доп. Материала снизу или сверху у нас? Ну ладно, не важно. Короче, вот как все это выглядит. Вот так вот. Ну, понятно, диск, фильм, доп. Материал, фильм, доп. Материал, фильм, доп. Мат. И еще какая-то долбанная карточка у меня есть. Ага, как раз та самая Lamborghini. Так вот. Ну ладно, ребят, вы можете пробовать его активировать, но я его не знаю. Даже замазывать, наверное, не буду. Можете заюзать, попробовать. Хотя я, скорее всего, вас опережу, но... И тем более все уже расписано ж. Наверняка уже кто-то на этой Lamborghini катает. Кто-то из друзей. А, все, я понял, как это вставляется. Господи, смотри, здесь снизу такие педальки, не знаю, как называется, кроватки, качельки. Господи. И вот на них надо чуть надавить, и все норм будет. Класс. Ура, все работает в какой-то веке. А то когда реально покупаешь, и непонятно, господи. Это будет вообще работать. Правильно, так вот, что-то не вставляется. А, я не той стороны. Все, отлично, ребята, вот. Вот так должно было выглядеть изначально. Да, yes. Не знаю, как выглядит Blu-ray. Вполне возможно, что так же, но, по-моему, коробка снаружи сама по себе выглядит по-другому. Там просто black. Просто черный. Блин, что я использую английские слова. Я ненавижу интернализацию, хотел сказать глобализацию. Я сам юзаю английские слова. Ну ничего, так, ну вот, я не знаю, что еще сказать, сказать сложно сейчас, ну не сейчас, попозже, вечерком или завтра, заценю сами фильмы, пересмотрю, наконец, подряд их все, один за одним, вот здесь немножко арта еще у нас, Бэтмен на своем Бэт-цикле, или как это называется, ну да, так, получается, раз, два, три, да. Все это все. Так, ну получается вот трилогия, 6 листочков. Да, 64 страницы артбук. Все на английском. Дофига картинок, текста почти нет. Обложка мягкая. Так. И офигенная коробка. Да, это, конечно, важно, как презентуют вещь. Я нет. Не спорю. Презентована она просто офигенно. Выглядит просто здорово. Обычно я говорю, мне такие не рад, но, блин, тут это просто выглядит офигенно, реально. Трилогия, три картинки прорывающихся. Бэтмен один логотип и просто зашибись, я не знаю, как вам. Ну вот, не знаю, покупать, не покупать, я же не авторитетный спец, поэтому, ну, тащитесь от Бэтмена, покупайте. Я просто, например, в последнее время очень тащусь от него. Ну, начиная с Джокера, начал, грубо говоря, тащиться. То есть Хит Леджер сделал свое. Все-таки. Вот. Уверен, не быть второй части, я бы так не тащился. Ну, то есть, Темного рыцаря. Даже игрулю потом купил. Arkham City, Arkham Asylum. Все это я купил. Тоже. Игры тоже чертовски здоровские, но они никак не связаны практически. Там Warner Brothers, по-моему, тоже, да? Но Кристиан Нолан, который все это снимал, он никак не связан. Он был связан с первой частью, которая там чуть ли в 2000 каком-то там, 5-м, 6-м, 8-м. Ну, короче, после первого, вот этой, после первой части этой трилогии. Да, и вот там он был, да, как-то связан с игрой, но игра пролетела. Говнище, говорят. Ну, я не собираюсь это проверять. Лучше доверюсь людям, буду играть в то, что все оценили по достоинству. Ну вот. Фотки выложу в описании, ссылочки. Все, не знаю,
Что еще сказать? Вот Блюрейчик, темного рыцаря, ну и косарь отдал. Пенек сел, косарь отдал. Что тут? Ну, я так понимаю, ничего нет, но я ни на что не рассчитываю. Тут так, Full HD, до хрена языков просто, до хрена языков озвучки, до хрена языков субтитров, то есть Blu-ray это мощно. Понятно, надо чем-то забивать память на диске, там 25 гигов все-таки. А на двух так и 850. Неудивительно, что они столько стоят. Но я говорю, опять же, заценить по достоинству я это смогу не скоро. Вот. Увы. Ну ладно. Печалька. Так.